Так, ну что ж, мы возвращаемся в эфир, и у нас врыв в эфир, третья карта между Титанами и LDLC, и как вы уже догадались, это Денюк 1-1 по картам, и вот из-за пинга, конечно, по большому счету из-за пинга, из-за тех проблем, Титаны не смогли показать свой максимум на Мираже. И сейчас будет нюк. Но вроде бы как проблемки порешали, с пингом все в порядке. Твой прогноз какой? Смотри, ножи выиграли, по-моему. За дефенс начинают Титаны. Ну. Что я могу сказать? Ну, это лучшая карта Титанов, я думаю. Но в LDLC на нюке тоже, в принципе, давали жару. Да, они давали жару, у них очень быстрая толпа здесь. Они тупо при любом выходе оказываются четвером на две позиции. Поэтому игра обещает быть зрелищной. Ну, не то, что не только зрелищной, по-моему, она будет очень напряженной. Ну, я буду надеяться, что LDLC покажут какую-то нормальную атаку. Просто у французских команд, и вообще в дерби французских команд, всегда присутствует вот такой вот элемент рандома, да? Кто берет первую половину, тот, в принципе, либо быстро заканчивает, либо потом камбэк, и давайте стучать друг другу по щам. Да, чаще всего так и складывается. У меня вопрос, когда CPH Games начало? Оу, я даже не знаю. Окей, просто я смотрю, пытался анализировать несколько, там, две карты эти, как играют команды. Ага. Они играют никак, они просто играют дефолт. Такое чувство, что они, как бы говорят, как говорится, не палят тактики. Не палят тактики? Да. Так, ну вот первый тактику свою не спалил Apex. На самом деле, LDLC сейчас были тупо засчитаны на улице, Шокс, пистолет. Ну вот смотри, за всю боль просто, за весь мираж. Весь пинг. За весь пинг совершенно спокойно убивает. Хотя отвечают тем же LDLC, закрывают скримом. На рампах, в хелпе, выход на Б, Смитс один и маньяк. Второй хедшот, и это уже, по-моему, не шуточки. Для Титанов начинаются УЗИ. Слушай, он НВК просто давил на Мираже. Здесь ситуация повторяется. Шокс. Ать, вот сейчас может быть... Ну, тут, конечно, надо было подождать, поторопился. Ну и Existence, конечно, красный здесь что-то сделать вряд ли сможет. Его единственная задача залезть в девятку и все, и смотреть на плен. Вот так вот. 1-0. Первый пистолетный из LDLC. Ну это, соответственно, следующий раунд исходу, если... Будет бай у Титана. Ну это понятно. Они стабильно его делают всегда, хотя тут пока не ясно. Да, yep, да, по 250. Buy, да, чешки. Чешечки и... Ну и все, и побежали. Так, вторые арморы. У Смитса только нет армора. Ну, ему не надо. Ну, ВП будет брать, скорее всего. П-250, сплэш, стат-трек. Интересно, сколько же он там настрелял. Потом посмотрим обязательно. Ну, и проход медленный по улице, как мы можем наблюдать. Квикли минус Смитс, улицу сбрили. Апленд стоит наглухо. Тем не менее, LDLC спокойно занимают улицу, и у них, по-моему, все в порядке. Ну, это, думаю, самый верниковый вариант за атаку идти на отдачу. По улице, ну, что там есть риск. Там есть риск и шанс 1 на миллион, то, что там будет четверо, и они кинут 4 гранаты. Но это 1 на миллион. Это все чекается одним типом, который бежит первый. Все, бежит на ножей, просто смотрит все это. Смотри, Хэппи тут пытался сейчас лучики включить, хотел 9 прострелить, но Валхак ему, наверное, подсказал, что там никого. Смотри, что делают. LDLC. Эх, эксперименты, эксперименты. Залезает Apex на девяточку. Ну, так он не убивает. Так, ну это провал провалом, но тем не менее 2 в 4. И Шок слышит сейчас всех, кто протопал в длинном и будет заходить в спину. Может быть, конечно, подрежет на халяву кого-то, но я сомневаюсь в этом очень сильно. Титаны тоже как в тумане. Они должны были читать, что ребята будут сейчас подсаживаться. Вот это да. Такой угловой выстрел, скажем так, прям в угол, прям в голову. УЗИ в длинном. Шокс на девайсе, но этот Галил надо пытаться как-то сейвить, и, в принципе, да, Шокс это будет делать. Скрим уже сейвит свой P250 с армором. Ну, смотри, любуется пейзажами, ему нравится. Смотри, лампа... Ого, ты знал, что здесь есть красная лампа? Нет. Я тоже не знал, смотри. На нее можно подсаживаться, по-моему. Делать раскидку. Не, нормально, да, там подсадился, залез сюда. Я сходишь. Такой здесь так обошел на шифте спокойно. Дал дым на улице, дал хедшот. Дал хедшот, дым на улице кинул, там закрыл себя. Не, ну если так посмотреть, по сути, да, тут можно, ого, тут можно нормально обойти. Ну просто жесть. Ладно, 2-0, один девайс засейвили, следить будем именно за Шоксом. Так, скрим тоже остался со вторым армором. А, ну они поэтому и не пошли, в принципе, рубиться никуда, потому что вторые арморы, это косарь, терять это, конечно, не самое приятное, что может быть.
Тем более с девайсом-то уж точно минус, я думаю, кто-то да сделает. Да, смотря как он отыграет с девайсом, будет ли он крысить или давать минус. Нет, пойдет давать минус на улицу. Ну там как раз трое его ждут, Хэппи прикрывает движуху из двух человек с башни, и если сейчас Шокса зачекают, то это будет естественно. А Шокс будет выходить под флешку чью-то, я думаю. Так, ну да, вот смотри, под маяком двое, Скрим, Смитс, флешка прошла первая и... Оп, все, Шокса зачекали, ну и тут надо просто прятаться. Тут уже нет смысла вести какую-то войну, потому что вся эта перестрелка будет не по шансам. Рампы тоже были чекнуты. Натан Смит против Узи. Убьет ли Узи НБК на этот раз? Нет, НБК забирает Узи на отходе с рампов и начинает потихонечку сейчас LDLC понимать то, что их могут поджать на ноль. Минус Скрим. Узи и НБК личные счеты, да, какие-то, по-моему? Ну... Вот, слушай, они на Мираже слишком часто как-то контактировали друг с другом, реально, да? То он его убивает, тот его перестреливает. Так, Apex, открытие, мейн. Оу, завтыкал Шокс, завтыкал Экзистенс. И тут просто АБЦ маньяк раздает. И счет становится 3-0. Смотрим за первым баем, 5-5 у Смитса. Ну, это либо плетка, либо так. Ну, вот надо, чтобы Шокс брал АВП. Зачем? Ну, я не знаю, он с него, по-моему, лучше стреляет, чем Смитс. Нет, ну, может быть, да, но... Шокси очень жесткий именно с гана. Смотри, они берут 5 легких арборов. Да, это печалька. Ну нет, и... это не печалька, это просто экономический ход от капитана Гели, как ты его называешь. Капитан прическа. Капитан прическа. Смотри, ну LDLC, типа, ну и играй со своим АВП, там мы пойдем, оп-оп-оп, и все. Под дымки спустились вниз, Узи уже просто шагает, НБК перехватывает его и не дает занять нижний плен. Также перехватывает маньяка, тим LDLC были развернуты с апплента, бомба никуда не встала. Посмотри, где Шокси в этот момент находится, уже на респе у атаки, пытается отойти на улицу Apex, и Шокс его застает врасплох. Вот такой вот тупик. Слушай, все-таки установка, по-моему, капитана прически здесь работает на все 100. Да, и я думаю, что Титаны знали, что будет делать команда LDLC, потому что я не часто очень падаю в пешу, поэтому они были готовы к этому. Ну что, все, бомб внизу, последние на вилке, и Хэппи прощается с жизнью, счет становится 3-1. Вот. По своему опыту могу сказать, что сколько игрался LDLC, я знаю, что у них ключевой раунд заключается в том, что кто-то падает в кишку вниз. Поэтому я тут долго не думаю, просто залазю на будку и все, и контролю эту дверь. Прям сразу. Ну, контролишь, если что-то взрывается, просто отворачиваешься лицом к стенке, и все. Тебя ничего не флешит, ты падаешь за ним в фишку и убиваешь. Ну, здесь, типа, это было, да, просчитано, только не чувак с будки это делал, а NBK ушел на вилку. Но то, что закрыл двоих, это хорошо. Кстати, он никак не мог знать то, что туда двое нырнули. Шокси жмет улицу. Под прикрытие Лиза. Так, есть еще суппорт на внешке, минус улица, Апекс упал. Чисто. Ну и LDLC выходит практически в пустой апленд. На точке остается Скрим, который, в принципе, сопротивления никакого не оказал. С мейна Шокси. Слушай, какая стрельба от Шокса! Просто жесть. Экзистенс ничего не смог также поделать. Вот просто взял, упал с девятки и помер. Узи, минус NBK. Шокс плюс Смитс. Смитс лезет на маяк, Шокс. Шокс играет аккуратно, и Узи! Вот это жесть! Слушай, когда последний раз так хорошо играл Узи, я даже не помню. Смотри, что делает? Просто Смит с паники не знает, куда уйти после гибели своего тиммейта и умирает. 4-1. Я не узнаю Титанов. Знаешь, запахло чем-то. Запахло, по-моему, сейчас командой Титан, плачущий от боли. Только уже дома, а не как в Катовице. Не, ну я просто видел, чувак, я просто видел видео, и я видел, как они были расстроены, когда вы их обыграли. Сейчас идет какой-то некий спад у всех команд, имеется в виду топов. Ну правильно, потому что появляются новые игроки, уровень игры постоянно растет, и соответственно, ну да, удержаться на вершине куда сложнее, чем на нее забраться. Apex. Ну, тут человек-охотник просто. Ага, второго в мейне не ждал, нормально, 3 в 2. Слушай, по-моему, LDLC просто понимают, как правильно нужно играть против Титанов. Титаны даже начинают не понимать, куда же идет выход. Играют на кураже. На каком-то кураже LDLC летают, и все летит в голову у парней. Видно, что присутствует какая-то некая уверенность. Слушай, а если LDLC выиграют в этом матче и попадут на поляков, какой твой будет прогноз в матче с поляками? Ведь следующая встреча именно... Подожди. Поляки-то проиграли. Поляки проиграли Dignitas, и сейчас дожидаются победителя этой пары. Ага. Честно говоря, не знаю, какой может быть исход, потому что кто знал?
как, что проиграют Virtus.pro, что проиграют Титаны. Никто об этом не знал. Поэтому... Так, ну что, борьба до последнего. Existence, ну как же так-то? Пропустил бомб кэрри. Дал гранату, скрим погиб. Все, ну плен забирает, остается 1 в 2. 5 пуль. 5 пуль в обойме, релат. Один в туннеле, он о нем знает, но также знает то, что есть еще маньяк. Выходит в итоге в плент. Маньяк пытается его брить в спину. И да, да, на этом перекрестного огня даже не потребовалось. 5-1, 4 раунда разницы. LDLC, да. По-моему, все, контроль экономики. Тоже контроль экономики, она будет полностью считаться. Ну смотри, у LDLC тоже денег немного. Да, но... Если сейчас они потеряют несколько автоматов, то на следующий раунд, если выигрывают Титаны, то у LDLC будет эко. Да, но не факт, что как бы Титаны выиграют. В этом весь сюрприз. Нет, они должны сейчас... Их задача сейчас убить там двоих-троих. Так, аркада в будку от скрима нет. Нет, не стал аркадить, не стал рисковать. Ну, Титаны, в принципе, что, занимают рампы втроем, пытаются прессинговать. Прессинговать там некого, спокойно заходит на радио Смит, задает установку, что никого нет. Инсайт также поджимается с будки, и Титаны понимают то, что у LDLC антиэка, и это, скорее всего, игра под маяк, где Existence как раз-таки выбивает бомб кэрри. Смотри, куда пробрался Смитс, куда пробрался Смитс. Смитс прошел, и на его контрят, и они понимают, что может зайти спиной, поэтому маньяк уже следит за этим. Или кто там еще у них на крыше? Слушай, хэппи. Посмотри. Смитс, оп, пытается уйти. Нет, закрыли. Закрыли, без дырок пока что себя ведут. На пленте, правда, остался NBK, у него чешка. Против него играет маяк, мейн. Да, ну его тут, да, просто со всех сторон. С одной стороны простреливает. А, прострелом даже умер, еще и в голову, лол, хэппи. Ну, слушай, реально хэппи. Very happy даже. Не хэппи, а very happy. 5 раундов разницы и LDLC. Меня сейчас, если честно, удивили. Тебя как? Да, меня тоже удивляют игроки. Я вот не думал, то, что они сходу смогут взять 6. Хотя, знаешь, они взяли Мираж, который, я уверен, они даже не думали, что они его смогут выиграть. Знаешь, по большему счету, Титаны играют не свою игру. Ну да, вяленький, но это видно. Так, бомб кэрри умирает, его разменивают. Тем не менее, бомба падает вниз. Квикли против NBK вместе с маньяком. Каналку приземляется скрим, заходит в спину, убивает. На планете есть игрок атаки, которого еще не убили. И скрим его там же находит. Квикли упал. Что будут делать оставшиеся игроки нападения? Вообще для меня загадка. На скрима также десантируется, Апекс теряется. И вот это вообще лол. Ну и остается хэппи. 1 в 3. Это будет, наверное, смертоносный клатч для мотивации и вообще для морали команды Титан, если хэппи возьмет. Но я не думаю, что он настолько хэппи. Может, чересчур хэппи? Нет. Нет. Сет. Просто хоп и аж ножка дернулась. 2-6. 2-6. Это только второй раунд для Титанов. Общий раунд 9. Друзья, счет по картам, который был перед вами на экранах. Дедас 2. Титаны забрали со... Так, счет, да, с огромной легкостью, со счетом 16-8. На карте Мираж LDLC ответили тем же, со счетом 16-8, и третья карта уже 2-6 в пользу LDLC. Для вас в студии СЛТВ комментирует игрок команды Hellraiser Sadren и ваш покорный, непокорный слэм. Покорный, непокорный. Смотри, сейчас, чтобы полностью сломать команду Титанов, LDLC нужно брать этот раунд. Кровь, да. Износов. Берешь этот раунд, ты выигрываешь игру. Да, но у капитана прическа другие планы, и он, да, по-моему, не собирается отдавать больше свои позиции никак, никому, никогда. Слушай, какие флешки жесткие у Титанов, на самом деле, отовсюду. Так, прострел девятки, без шансов. Но Existence туда надо сначала загнать, чтобы его прострелили. 3 в 5, и если Титан, если LDLC планирует выйти на аплен, то Шокси будет, по-моему, очень даже рад. Ну вот один начекал уже Шокса. Флешка мейн. Слушай, LDLC, по-моему, не знает, что делать. Просто все, они в тупике стоят. Ну, пытается сейчас играть или нет? Ну, без раскида. Ну тут надо делать его было. В итоге, ну, Квикли просто гибнет. Ну да. Все, по всем фронтам 3-6. Оп, вот это уже интереснее становится. Ну, LDLC сходу, знаешь, взяли шестерку. Это как-то... Как-то нестандартно, на самом деле. Вот команда обычно, знаешь, берут, если первый пистолетный, берут 3, потом долго-долго мучаются, натягиваются натяжкой 4. И если очень сильно постараться, вот, удается как-то там заехать на 5, да. Ну, вот, но тут, мне кажется, может быть, LDLC готовы? Возможно. Посмотрим. Сейчас посмотрим, что они придумают после этого эко.
Ну, 9-6 за дефенс, за Титаном тоже хорошо, на самом деле. Да-то я бы сказал даже 8. Но смогут ли они в атаке сделать то же самое? Так, Адиль Берлин там, ну и будет ли здесь? Нет. Шокси убивает. Шокс убивает Скрима и Смит завершает. Причем Шокси попал все пули в голову Скриму. Он умер просто без ассиста. Жесть. Просто. По-моему, Титаны перестарались сейчас. Просто перестарались. Не, ну на самом деле они стараются, но самое главное не перестараться, а то вот такие моменты потом будут попадать в нашу специальную рубрику «Лох года» и... Лох года. Да-да-да, топ-10 лохов года, да. Такая рубрика есть? Нет, я импровизирую просто. Я рад. Но я потому ее... что я могу оказаться ведь... О. Ну Смитс точно не попадет в эту рубрику, хотя, знаешь, всякое бывало. Так, ну что ж, смотри, в рачков играют сейчас LDLC. Рачки поползли. Они даже не все на шифтах прошли в этот дым вчетвером. Такие, Смит догадывается, бежит вниз, брать свой ВП длинную. Рачок побежал. Да. Трик-трик-трик-трик-трик-трик-трик-трик-трик. На ромшке похож. На ромшке. А где, кстати, ромшки? В Москве. Да, ну, спасибо, капитан Ясен-Красен. Так, а чем он, в покер катает? Да, в покер катает. Я... Ууу, вот это Квикли! Вот это лакшот, Шокс! Дает ответ. 4 в 3, Узи, каналка. И Узи просто нереален сегодня. Я не знаю, этот парень точно тренируется, Натан Смит один, и убивает спину Апекса, но это уже просто ничего не решает. Рачки берут раунд? Ну да, эту бомбу просто выиграть уже нереально. При том, что один за бочкой, это Узи, лол, Узи минус 3 за раунд. Ну вот это Кевин Вернелл заиграл наконец-таки. 32 очка, 3 MVP и начало 12-го раунда команда... Деньги есть. Деньги есть, да, команда Титан проведет на девайсах, но это будут последние деньги. Хотя не, на один дроп у них там еще останется. Посмотри, первые арморы у трех игроков. Так, не хватило. Первый армор — это... экономическая тактика. Ты сейвишь $350 каждый раунд. Типа совокупности это дает тебе один плюс один ган. Ну а каска тебе вообще счет дает? Каска дает тебе не умереть на халяву от эхо. Вот сейчас, например, Смитс заставляет умереть на халяву всех. И Экзистенс, ну последнюю-то попасть должен был уже, наверное, в Квикли. Тот прошел 23 хп, все будет ждать Смитса. Натан. Так, NB King принимает рампы двоих, ждет выхода. Ну, сейчас посмотрим на маньяка, у него очень хорошо с аимом. Так, ну он, по-моему, не видел. Видел или нет? Видел, видел. Ну, NBK выбивает бомбу, маньяк просто ждет, ловит флешку, все, танцует. Танцует в радио, красный, 5-7. 5-7, но LDLC 7. Это не совсем то, чего мы с вами ожидали, наверное. 7-6 сейчас будет, скорее всего, там дальше. И вот и решаются последние раунды. Тоже все-таки потащит игру. Все будет решаться пистолетом в раунде. Следующий. Как и на Мираже. Не, ну я вот не знаю, сомневаюсь я почему-то очень сильно. Просто Титаны могут в атаке зажечь. Хотя если пистолет... Я скажу, что LDLC тоже очень даже неплохо играют за дефенс. Ну тут будет уже 7-6 по-любому. Все, эко-раунд, быстрый на. Ну видно то, что уже не церемонятся LDLC, не хотят время тянуть. Понимают то, что взяли даже больше, чем надо, мне так кажется. Просто если бы они хотели еще поцеремониться, как-то, не знаю... заставить да, Титанов 7. Подустать, то они бы, наверное, посидели, подождали. 7 за атаку — это хорошо, даже отлично. А вы бы взяли 7 за атаку или как? Интересный вопрос. Против Титанов. А мы бы взяли? Ну вот я не знаю, я не знаю. Не, судя вот по тому, когда вы в последний раз им проиграли на финале StarLadder, они еще по тегам в Origame сыграли. Я тогда был вообще очень удивлен. Мы сами были удивлены. Но я тебе скажу так, то, что эта команда, это единственная команда, которая меня впечатлила за тот лан-финал, именно тем, что эти парни приходили в 9 утра, просто без базара садились и шпилили, тренились. Да, они были очень сильно мотивированы, стреляли очень сильно. И вообще видно было, что ребята готовы были тогда на лучше всех. Смит с девятки, АВП, Скрим, падает с будки и врасплох заставит плент, уходит в будку. Ну, хороший угод контроль, но его тупо по нему не прошла инфа. В итоге бомба перекрывается на точке 2 в 3 и...
Ну, Apex, вот смотри где, я не знаю. Apex интересная позиция. Знают ли о нем? Ну, я думаю, что нет. По-моему, да. По-моему, о нем не знают. Горит мейн. Инсайд ждут, бомба на точке. Ну, Apex, конечно, тоже. Так, еще одна флешка в мейн. У Apex игра не пошла. Вот он может на самом деле сейчас... Ого, все, его девятка не видит, что ли? Девятка увидела. Все, Смит, 7-7. 7-7, и нет денег у команды LDLC. 8-7. Неплохой счет для Very Games. Для титанчиков. Ну, на самом-то деле... Учитывая то, что они проигрывали 6-1. Да, да, да. Но на самом-то деле, просто, по-моему, они слишком поздно поняли, что за какую они... Они, наверное, забыли, за какую они сторону играют, на какой карте. Потому что они должны были брать реально десятку. Вот десятка... Десятка с их стороны за защиту выглядела бы реально угрожающе для LDLC и показателем каким-то. А так 8-7 это счет, который означает борьбу. Так, Apex даже не пытался обмануть Смитса, просто вышел на зум. Ну и это... На морозе, как говорится. Ну да, ну и по-моему этот говнобай, если его можно так назвать, потому что он без армора и вообще там ничего нет. Уйдет сейчас на апленд. Так, кто будет там на принимать? Скрим. Вот мне не нравится, что скрим с АК. Вау! Дает мало возможности ему давать больше минусов. Смотри, точку отдали, все. Хотя Шокс успел, успел, пока смог не лег, закрыл бомб кэрри, все, остается Узи 8-7, как ты и предсказывал. От титанов. Все как надо. Ну что ж, будет ответка или нет? Как ты считаешь? Все зависит от пистолетов. Посмотрим, какой пистолет придумывают титаны. И... Ну, LDLC придется играть в защите. Ты сам видел, в прошлом на Мираже также все сделали грамотно титаны, но... А, на Дасте. Все сделали грамотно титаны, но проперся Кьоли, убил двоих и все, конец раунда. Здесь может быть то же самое, ты можешь также дать два минуса и какой-то игрок перевернет весь раунд. Ну да, такое может быть. Определенно может быть. Да. Так, ну что ж, давай смотреть. Фейк хорошо. Что ты не понимаешь, что происходит? Ну это какой-то полураш рампа титанов, они все просто встали, пытаются развести на экшен игроков защиту, в итоге выкидывается одна флешка, идет человек из-под девятки, Смитс пытается стреляться, но нет. Так, опачки. Ну, убили опасного, пробиваются рампы, ты посмотри, пробиваются рампы, и жесть продолжается. Хэппи минус Шокс. Апекс. Все на Апекс. Вау, вот это самоконтроль! О, год, контроль на 2 в 2, ты видел, как он подождал? Да. Какая Надо стрельба, кровь. Просто нереальный уровень игры показал сейчас Апекс в этом пистолетном. Но такое уже отдавать просто нельзя. Хэппи палец на девятке, начинает бегать вокруг, видит второго, видит Смитса. Реладит, уходит, делает вид, что... Нет. Слушай, и чё, титаны-то в тупике, они пытаются его сейчас там как-то раскрутить на... Муравьи бегают внизу. Ты посмотри. Хэппи манцует. Ты посмотри, Смитс отошел. Хэппи манцует, Смитс готов. Так, Смитс дает флешку. Скрим полез. О, скрим, он был белый, надо было вылезать, и в итоге скрим просто... Я не знаю, как это описать ещё. Узи. Хэппи минус скрим и... Хэппи просто я... Я снимаю шляпу. Я снимаю, Нава! 8-8. 8-8 и... Я не понимаю, почему, зачем они вообще на пошли? Ну, думали, один на апе будет. И не ждали типа на девятке. В итоге вот он сюрприз. Оказалось, да. Потом они просто не смогли разобраться в ситуации. Запаниковали, начали бегать, суетиться. Ну и все, первые арморы и... пистолеты, там P250, второй армор у Смитса. Ну вот едва-едва сейчас вот эти два красавца на прострел не вышли с плунта. Ну это, конечно же, угод. Не, падает смок, смотри, два смока падают с будки, все-таки попробуют залететь на плент. Есть флешки и весьма неплохие. Нужен минус, минус есть. Как сыграет сейчас стэк LDLC, пока не ясно, но нет, все нормально, все контролируется. Хэппи бегал в смоках и угорел, и там не понимал, что происходит. Так, скрима забирают в двери, и, по-моему, сейчас у титанчиков легкая киберспортивная слеза, наверное, вылезла откуда-нибудь. Большие проблемы намечаются у титанов. Ну, очень, по-моему, даже очень. Ну, смотри, 200, тут уже видно то, что они как-то плывут. Вот после этой паники в пистолетке они ситуацию не поняли. То есть, понимаешь, они даже не пытались уйти, они шли на А до конца. Они даже, они не знали, где второй тип, а они все равно шли до конца. Не было инфы по второму, поэтому... И надо бы просто немножко успокоиться, там, захолодить, понять ситуацию.
И как тут от этого играть? Они паниковали, бегали. Вау, вау, вау. Тут просто дейршоты пошли от Кьёли, он же Квикли, он же Хавмасян. И все. Остается НБК. Кстати, да, но армянин, что сказать. Кстати, русский язык знает. Ну, чувак, много. Он из Армении и... Вообще, во Франции... Франция — это самая толерантная страна в мире, если память мне не изменяет. Там много разных... Там, да, много... Много разных национальностей. Там есть и арабы, которых зовут там не Алмаз, да, а зовут обычным европейским каким-нибудь именем. Какой-нибудь Джон... Джон Крюгер. Джон Крюгер. Сурово, да? Так, ну что, смотри, нашли НБК, забрали 10-8, ну и 6 раундов это ЛДЛСУ, видим или нет. В принципе, у Титанов шансы все те же самые так и остались на эту карту. Да. Они все так же могут убрать. Я просто хотел, чтобы Титаны выиграли, потому что именно Virtus.pro отправили Титанов в нижнюю сетку. И был бы... Хотел встречу, реванш? Да, хотел встречу-реванш посмотреть. Но судя по тому, как LDLC сейчас потеют, я думаю, катка будет та еще. Та еще напряженная. NBK, бывает Кьёли, тот что-то с пистолетом стал стреляться с дверью. Вот это логика. Просто логика. Маркера Селская. Наверное, пошутить хотел, да забыл, что в КС играет профессионально. NBK дает хороших 2 минуса на апе. Дает... Расхиткапнул, по-моему, да. Титан пытаются зайти, Хэппи сразу просто тревожит стэк по улице. В планте есть Апекс, о нем, возможно, неизвестно. Апекс нет, NBK минус 3. Все, аплейн зачистил один NBK, и ему просто даже демейджа не нанесли больше 80, больше 70. Так, ну что ж, Хэппи, улица, Шокс, и да, все. Раскидали, 9-10, на пятки наступают. Качели. Пошли качели. Так, смотрим, будет бай. Да, будет бай. Есть шанс ответить у LDLC практически сразу. Чтобы отстоять 2 очка преимущества. Но если не отстаивают, то Титаны по-любому выйдут вперед. И тут уже начнется игра не на равных. Ну, смотрим сейчас один из самых важнейших раундов. Не, ну если Кьёли, конечно, сейчас не пойдет опять стреляться с пистолетом против скрипа, то... Кьёли авик. Промазал. Все, а Титаны его все спалили и, смотри, начинают подготавливать улицу. Там уже дыма просто... Ого-гошеньки, там закрыто просто все, вся улица. NBK минус Хэппи. Ну, Натан Смит злой. Натан Смит хочет мстить полякам. Апекс зашивает в дым Шокса. Слушай, сильного убили. Кьёли еще жив. Я не понимаю, какая война идет на рампах один на один. На улице война. Что делают там, не пойму. Ну вот, да, я тоже этого не понимаю. Еще они стоят тупят, мне тоже непонятно. NBK, я могу сказать, что у нас таких ситуаций очень тоже хватает. То есть мы тоже любим так играть, стреляться во всех точках, но мы играем с какой-то идеей. Я не думаю, что у них есть какая-то идея при этом. У тех же Титанов. Ну да. Просто я привык видеть Титанов, игроки, которые знают четко, какой раунд они будут делать в данном раунде. То есть они уже знают заранее, что будут делать тут же раскидку ап. И они все делают. А сейчас я вижу, просто они идут на стрельбу. Они идут фраг. Просто ищут фраг, есть фраг. Ну вот NBK сделал, в принципе, фраг, open, да. Остальная команда пошла тоже делать свои open фраги. И это все закончилось тем, что они просто пошли и всосали. Ну слушай, это 11-9, это 2 раунда. Ого-го-го-го-го-го. Ну тут уже не выживет, наверное, сейчас. Пока скрим. Нет, не пока. Ах ты ж! Вот пуля залетела, но не добила. Ну, АКМ засейвил скрим, второй армор есть. Титаны закупаются. Титаны закупаются и попробуют все-таки сейчас сбить экономику LDLC. Слушай, это французское дерби, просто меня с ума сводит. Кстати, как клан Мистик, по-твоему? Сильны, не сильны? Клан Мистик, знаешь, команда такая вроде сильная, но там все зависит от того, попрется ли Кенни с АВП или нет. Если он прется, то... Ну, если он прется, мы знаем, что бывает. Да. А если нет, то извините. То и остальные тоже не прутся. Ну, короче... Ну, если каждый в себе найдет кусочек Кенниса, то они могут, наверное, нормально играть командой, я думаю. Маньяк. Как маньяк просто. Слушай, все фраги в голову от маньяка, все фраги с кровью, прям мозги на стенке, я не знаю. Суровый этот парень. Очень... Оправдывает свой ник полностью. Так, Existence готовит длинный.
Падает дым. Минус Узи в каналках. Капитан прическа делает свое дело. Да, но вот бомбу-то надо как-то идти ставить. Но тема в том, что еще и в спину могут зайти забрать. Сейчас Шокс прочекает длинный, даст инфу, то что никого нету. Все, фулл контроль плента практически есть. Осталось только не проиграть маньяку, который прячется в короткой. Ну, прикол еще в том, что о нем знают. Знаю, да. О нем не знают. Ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Просто влетает Квикли с ВП, забирает спину Смитс. 1 на 1, 10 кп. Дым лежит. Только не делай этого, пожалуйста. Кидай дым. А. Опа. Смитс ждет просто до последнего. И... Ай-яй-яй. Пошел с пистолетом, смотри. Пу-пу. Понимает, что боится, ой-ой-ой. Но Смитс, какой косяк от Квикли, о боже мой. По-моему, просто он не знал, что Смитс не красный. Да, хладнокровно сыграл Смитс. Очень, очень. Но с другой стороны, тут... типа, Кьёли должен был понять, что тип боится просто на него выходить. Он же знает, что до ВП. И тут чекнул всего варианта, один... я скажу тебе. Ну, на Смитса. Ну, либо он да. сыграл хладнокровно, либо он обосрался и боялся дать раунд, будучи красным. Ну, ну да, может быть даже так. Другого объяснения здесь не вижу. Ну, я думаю, скорее всего, это было хладнокровно. Все-таки это профессиональный Counter-Strike, а не... Хотя, ну, да. Хотя, в принципе, в профессиональном Counter-Strike рано или поздно ты всегда обосрешься. Так что да. Тут такое тоже есть. Я могу сказать точно. Есть такие моменты, когда ты обсираешься. По-страшному. Так, ну что ж, Квикли минус Смитс. Но тут уже ничего, в принципе, от минус не дает. 11-11 будет. Титаны не хотят. Титаны хотят играть реванш с поляками. Но представь, поляки их снова набреют 2-0. Или там 2-1 было. Я просто матч уж не помню, не видел. Знаю, что ВП выиграли. Так, Хэппи минус Крим. Хэппи. А вот это уже называется, да, давайте смотреть русский кинематограф. Я люблю кино. Но не-не-не, тут все, Квикли не дают играть, слава богу, запирают Титаны, интрига сохраняется. Смотрим экономику защиты, там есть на АВП, и оно будет опять-таки у Квикли. Маньяк Кольт. И что, 2200 остается у маньяка. Не очень с деньгами, на самом деле, у Титанов. Ну да, Титанов тоже все плоховато. Но это опять же вот серия разменов, бомбы какие-то неудачные. Люблю я такие игры, когда качели идут. Тут интересно. Ну да, тут интересно. Ну понятно, тут уже деньги просто пошли весьма тоже интересные, потому что ты попадаешь в топ-3, где, в принципе, основная масса бабла и крутится из всего призового фонда. Напомню вам, что призовой фонд турнира составил 21 500 долларов, сколько-то там шведских крон, но там точно без дополнительных циферок, все в нулях. Значит, хорошая сумма. 250 тысяч крон, как я помню. Ну, это очень хороший ой, приз. Какой, как хорошо законтролил Смитс на выходе на... Ну, ты посмотри, зашли на точку, точка пустая, никого... А, сидит! Подожди. Сидит! Крыска. Крыска-то! Хэппи! Бомба упала! Хэппи! Хэппи вот это, о, просто! Ой-ой-ой, какие раки все-таки сейчас LDLC! Такая была позиция, такое преимущество. Он мог закрыть весь этот раунд, но почему-то начал стрелять мимо. Перекрысил. Перекрысил сам. Знаешь, себя. Я заметил, что во всех моментах Хэппи тупо крысит. Всегда, везде, на крыше, неважно, где он сидит, он везде крысит. Я не помню, ты его стиль игры такой или что? Ну ты посмотри на него просто. Ты на него просто посмотри, крыс-то? где он там. Посмотри на него. Ты посмотри, какой он красивый просто. Понятно. Какой он просто. Не-не, парни, я не сижу. Я умею играть в быстрый КС. Это как Костя Призрак там. Давайте играть быстрее! Быстрее! Я такой первый раз слышу. Ну я с ним как-то играл, там матчмейкинг, вот он типа, давайте играть быстрее. А помню такие моменты, когда он, короче, чекает яму, кидает в нее флешку. Там на Мираже на Б уже зашли пятеро, команда сдохла. Этот кидает флешку в яму, на, заходит в нее, чекает. Еще одну кидает, Хае кидает куда-то там. Ну, видишь, он действует агрессивно. А Хэппи бы я сказал, что он закрысил где-то на пленте или на дельпане. Сидел бы там. Ну да, Смитс минус Узи, все. Ну, короче, Титан перехват... По-моему, Титаны перехватили здесь инициативу. Ну, ты сам видел, какие качели здесь происходят, поэтому я бы так не говорил. Что...
пыш, 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 вот это поставил просто. Но остался хэппи, поэтому... Ну, человек, который привык сидеть до последнего, вряд ли сможет сейчас нам продемонстрировать уровень, не знаю. Так, NBK идет на ап. И сейчас все зависит от хэппи. Нет, нет, Хэппи просто ждет девяточку. В девятку никто, естественно, не пошел. Небольшой холд у титанов, тактически. И они выигрывают этот раунд 2 в 1. Экономика наладилась как-никак у титанов, да? Поэтому уже легче. 13-11, смотри, по деньгам-то ничего нет у LDLC. Если этот раунд проигрывается, то 15-й придется отдавать в любом случае. И борьба пойдет либо до овертаймов, либо не пойдет никакой борьбы. Так, все-таки, по-моему, титан хотят сыграть ответку с поляками. Сдаваться они точно не собираются. Ну да. А и куда не сдаваться уже, ведут в счете. При том, что с учетом первой половины, которая вообще никак не заходила, да, смогли выйти из такого минуса. Я думаю, они себя очень комфортно чувствуют в данный момент. И вряд ли собираются сейчас как-то терять нить к игре. Все как стоит Кёли. Да. Почти второй ноузум успел сейчас выстрелить. Вот так встреча. И посмотри, NBK что делает, откуда он отрезает хелпу от Хэппи. И Хэппи должен был в крысу забраться в спину, в итоге не вышло. Дым ложится на нижний плент, горит вилка, залетает Апекс, бреет Шокса. Но вилка горит все равно. Моментальная хелпа, про что я и говорил, я. ЛДЛЦ, что они с утроем оказались. Так, ну решили бомбу эту не ставить, смотри. Хотят NBK подождать. NBK проходит по девятку. 3-3, Шмидт уже прошел. Смотри, Апекс, по-моему, тоже пошел сейчас под маяк, пока непонятно. Догадывается, по-моему, что... Да-да-да, понимает то, что... Какой-то пролаг прошел у Апекса. Клава отключился или что? Лагает Апекс. И прямо головой своей попадает. Апекс тупо лагал. Жесть, NBK. Ну и все, начал машинить ап, в итоге понимает сейчас... Нет, есть игроки защиты на, но это типа бомба все равно будет снизу. Падает каналка, и ее видел Смитс. Ну все, тут можно сказать, что... Скрим должен прикрывать... NBK, вилка, отлично, все. Ну, 3 в 1, маньяк. 15-11. Ну, сейчас 14-11. Может, LDLC, конечно, сейчас откроет в себе. Вот сейчас самое главное... никаких хэка. Да, никаких хэков. Никаких хэка. Надо открыть в себе второе дыхание и попытаться потащить. Если потащат, то это точно 14-14. О, видишь, Апик залагал. Я смотрю за ним, он просто упирается в стенку, прыгает, лагает. Что с ним происходит, не понимаю. Ну вот с лица NBK я все это дело видел. Он лагал, потом встал, NBK как раз на него открылся. И, кстати, он один раз топнул его, поэтому NBK и услышал. Потому что начал сразу смотреть вилку. Так, ну что ж, атака. Попытка организовать атаку. Шокс на улице забревает Апекса. Квикли. Шокс! Вот это так вот на ноге просто сносит его. Ну не, это 15-11. Ну, либо сейчас Узи должен просто делать минус 3. Все, Шокси берет все свои руки и уничтожает команду. Да, просто... Дайте парню эйс. Дайте парню эйс. Эйс. Требуем эйс. Шокси, going эйс. Эйс. Come on, эйс. Шокс, go. Давай, чувак. Да на улице он. Да на улице в мейн заходит. Давай, иди. Ну, Шокс вообще в другой части карты, ладно. Ого. Берсерок, Баратрум бежит. Ну его специально загоняют, чтобы Шокси убивал. Смотри, Шокс уже пошел на улицу. Баратрум бежит просто за маньяком. И это эйс! Да! Похлопаем. Ну что ж, 15-11, 4 раунда разницы. Команда Титан дает камбэк. И, по-моему, просто сейчас они пойдут играть с поляками. И это будет нереально эпичное. Нереально эпичная заруба. С такой игрой я могу сказать, что поляки более уверенно смотрятся. Ну, титаны как-то играют не свою игру, поэтому я бы поставил бы на поляков. Ну, по-моему, там от карт тоже будет очень много зависеть. Я увидел Апекса, который залез на кран. Не, он его видел. Он просто не стал рисковать. Он видел какое-то очертание. Ну вот минус Шокс. Ну, титаны начинают раскидывать аплент на 15-м раунде для себя и 11-м раундах оппонента. NBK забирает скрип, NBK забирает УЗИ и в мейн залетает также. Все, это ГГ. NBK. Это ГГ, друзья, 2-1 по картам и, в общем-то... ГГ ВП? Да, ГГ ВП. 16,
11. Вот такой вот счет на третьей карте в этом матче. Ну и этот матч для вас комментировал Адрен. За это мы обязаны просто сказать ему спасибо. Зайти на страницу ВКонтакте его, подписаться и купить ему лимузин. Лимузин, да, было бы неплохо. Было бы неплохо, да. Ну что ж, спасибо тебе большое за то, что поделился с нами мнением. Тебе спасибо. Покомментировал с нами эту игру, потому что мы уже с ума начали сходить. Ну и мы к вам вернемся. Ну я не знаю, ты будешь еще комментировать? Посмотрим сейчас, да. Ну, в общем, студия СЛТВ к вам вернется с финальным матчем сегодняшнего дня, который начнется буквально через где-то 10 минут. И это... Так, сейчас мы его... Так, 0-0-50 и матч. Да, где-то через 10 минут мы вернемся и будем с вами смотреть матч Virtus.pro против команды Титан. Это будет ответная встреча между этими командами. Собственно говоря, 10-минутный перерыв, и я уже вроде все сказал. Всем пока. Всем пока. Это Адрен с вами прощается заранее.